Ставь. О, оставь, оставь, братан. Сейчас расскажу. Давай. Почему мы топим печь, и у нас нет газа, а бензин все дороже и дороже в разы? Скажите, почему такая жизнь? Но если денег нету, то выдержитесь. Скажите, почему мы не живем, а выживаем? Семь пивнушек в одном доме, а мы пить бросаем. Без опыта работы на работу не берут. У кого-то два диплома, но они им не помогут. Каждый год одно и то же, ремонт дороги. Воды не будет месяц, а то и два в итоге. А мы так хотим поехать или полететь, чтобы Россию-матушку чуть-чуть нам посмотреть. Но билеты стоят примерно 30 тысяч, а у нас зарплата примерно 30 тысяч. Да, что-то тут не так, но подписи мы соберем и будем летать. У нас много проблем, конечно, и много вопросов. Еще товарищ Носов везде сует свой нос теперь. Ай. Эх, Россия, матушка, мой Забайкальский край. Ах, это солнце высоко, наверное, это мой рай. И если бы не закаты и природа, грустно было жить нам, а так хоть чувствуем свободу. Эх, Россия, матушка, мой Забайкальский край. Ах, это солнце высоко, наверное, это мой рай. И если бы не закаты и природа.